пол тоже взлетел. А как ты дождь сделал? Что-то я так и не доперно. Залечу, подожди. Ну потом, потом. В воздухе. Сгон по прямой, дальше уходим в море. Прямо в море. Ресет ставишь на дождевые облака и дождик. Понял. Так, 13 взлета. Левым вдоль берега. Какая скорость? Раз 200, сбавлю. Не-не, я не. Рядом уже, рядом. Растет. Справа на месте. 15-й. Строй давай колонну, отдаляйся метров на 300, тут лететь недалеко. Блин. Пятнадцатый возврат. Так, строй колонну занял. 6-1-5. Провес корректируем. Прикольно так, как искажается изображение твоего вертолета из-за дождя.
Так, развилка рек. Нам по реке будет работать, будем работать по мосту. А, давай правым сделаем разворот, уйдем он больше дистанцию и начинаем работать. Блин, это мост на этой реке, да? Да, мост будет на этой реке. Понял. Метров до 300 наберем. Угу. Что нам лес будет мешать. Правым на курс ходим. Блин. Ты уже тоже подошел? Да, вижу мост. Озвучивай цели только, которые берешь. Набор. Рынос. С обеих сторон моста техника, да? Вражеская. БТР перед Потси сторону. С стороны Потси, да? Да, с стороны Потси. Цель дальше. Я тогда возьму БТР на другом берегу. Выход, Костя, левым. Принял. Дальность работаю. Вожу. Стрельба по нам. Есть попадание, вывожу. По тебе стрельба, огонь. У земли. На боевом стал. 15-й взлет. Блин, обалденная погодка на ней.
меня нету дождя, все, я разогнался, ни капель, ничего. Ну это да. А так, видишь, облачка, барашки вон на море. Левом начали на боевой. Еще бы карту покрасивей. Угу. Сейчас 15-й к вам подойду. В помощь. Ант, это как там? Да, блин, у меня тут какая-то фигня творится. Я почему-то взлетаю, у меня шаг двигателя почему-то уходит в ноль, ничего не. Сейчас, короче, думаю, с этим справиться. Сделай автозапуск. Так, при автозапуске уже. Оси проверь. Да, выставлял, я же до этого летал на нем. Как бы нормально все. Так, вижу, все вижу. Танк. Танк самый правый беру. Ближе к поти. Беру левый танк. В дальности работаю. Работаю. Сошла. Аналогично. Здорово. Да. Привет. Привет. Выхожу. Не убил, попадание было, но не убил. У тебя поражена же? Я поражен. Угу, понял. Да. У меня на месте разрыва какой-то огонь есть, но непонятно, короче. Ну ладно, не буду мешать. Атакует. Мешаешь. В сторону реки. Колонной сзади 300. Не отвалился. Да, надо, наверное, блин, повыше подняться мне. Что-то этот танк не взял. Или он под уклоном стоит, что ли? Просто не попал, не пробил. Возможно. 15 на боевом. У тебя каким курсом боевой? Меня. Не, не у тебя, у 15. На 120. Угу. Левым начали. Лёха тут? Лёха тут. Чё делаешь? Присоединяйся. Да, ну не хочу. Так, как десант позволишь сел? Через F7. Еще раз, какая кнопка? F7. Ну, радио меню F7. О, это что за дымоган? Видишь, Женя, дымоган в воздухе. Попадание. Отхожу. На боевом. Это, наверное, попадание дым. Пожалуй. Так, зенитный огонь идет пока. Так, на боевом набираю высоту чуть побольше. Вижу танк опять. Все тот же танк. Трассе, нет, ствольно голову взял. Понял. Жар. О, да у меня там. Да у меня там деревья мешают мне. А я и не глянул. Работаю. Так, беру БМП, ой, БТР возле самого правого дыма, ближе к поти. Сошла, работаю.
Поразил, вывожу. Страйкер поразил, вывожу. Так, а такой вот. Разворачиваюсь. Десант высаживаем в самом пути или сначала у моста надо высаживать десант? 500 метров, нет, у моста ничего не нужно высаживать, но мост это отдельное задание. Там у тебя, где поти, посмотри, два оранжевых кружка. В радиусе 500 метров от кружка ты должен высадить десант. То есть это либо ЖД-станция, либо телевышка. Ну и ЖД-станцию, телевышку, я думаю, ты визуально кричишь. Да, я понял. Андрюх, ты на К-50? Угу. На обратном. Чё, патч еще нет? Не сыпь мне соль на рану, скажи. А когда обещают? Ну, в стиме 26-го написано. Какого? 26-го. Ну, вряд ли, вряд ли. Кажется, они выпустят в срок, потому что они уже отложили. Ладно, я тут с вами посижу, но поиграю в Stellaris. 15-й беру БТР восточнее моста. Пуск. А у нас тут погодка шикарная, Лёха. Ты с левым с набором. Добавить? Женя, повтори. Левым с набором на боевой. Понял, понял. Лёха, повтори. Я говорю, музыки можешь добавить? Не надо, мы тут снимаем, там позабанивают на ютубах наших. Да меньше 20 секунд. О, цель определена, вертолет. Бью по вертолету. Шучу я. Как калибр бей, танк. Да, выбрал танк. Так, выбрал какой-то андеф, но он, наверное. А, нет, нормально, андеф. Андеф это у нас что? Блокпост, в дальности работаю. А, блокпост. Да. А чё я по нему по турам по буду тратить? Поразил? Не поразил, вывожу. Продублирую. Поразил, Жень, в критическом состоянии. Админ Леклерт какой-то. Женя, ты уже в море? Я уже на обратном. Понял. Сейчас тебя найду. А, вижу. Задача снимется после выполнения.
Что-то вроде техники там больше не видать. Может быть, на другой стороне моста? Ну, да. Обнаружил блокпост. Пуск. Так, у меня такой вопрос. Я вот сейчас вот перед поки фактически. Мне туда пока заходить или мне подождать? Давай поможем. Давай поможем. Лево, начали. Понял. Так, повторный пуск. Сейчас, Деланда, мы этот обследуем. Да-да-да, я поэтому как бы туда и не стремлюсь. Вот, поэтому... только что написала мне, что Леклерк этот уничтожен и... Ага, поти уничтожены. Ты левым пошел, да? Правым вообще ты идешь. А, да? А я что-то смотрел на карту. Да-да. Я то и спрашиваю. Ну-ка, спрошу-ка, левым он идет или не левым? Какой район наводится? Центр. Понял. Скорость скашу до 200. Угу. А вот вышка, да? Вышка и ЖД вокзал. Понял. Вышка, это что, цель? Туда нужно высадить его. Цели. Так, обследую район вышки. Там, в районе вышки там обнаружена какая-то техника. Сейчас развернусь. Сделаю опознание. Уничтожь. Я пока, короче, туда. Это ЗУ-23 и УАЗик. Ну, пока там где-то рядышком. Давай, я. Уничтожай, наших здесь нету. Цель — шайтан-машина и УАЗик. Дальность 8 километров. На боевом. Костя, я буду делать проход, искать ЖД, смотри за мной. Принял. Так, зенитную артиллерию взял возле... По зенитке работают. Понял. А шайтан машина — это заушка, да? Ну да. Угу. Шайтан мобиль. Сейчас, наверное, одной ракеты две сразу заберу. Почти. Уничтожен. Рядом УАЗик тоже задел. Угу. Ну, пока короче, честно. Вышки, короче, если что, можно уже подлетать, я правильно понял? Буду делать проход. Угу. 15-й, картинка чистая. Сейчас ищем ЖД вокзал, да? Да, будет сейчас над вышкой сделаю проход, и вот ЖД вокзал, я сейчас прохожу его. Угу. Понял. ЖДХ справа, да? Или где? Да, слева. Слева. О, вижу ЖД. Вижу людей возле ЖД. Возле УАЗика. Атаковать? Понял. Да. Сейчас вокруг вышки обогнул. Слишком близко. Не наблюдаю. Стрельба по мне из района вышки. Ствольная. Да.
Так, людей вижу. Сейчас людей не будет. Вот кайракес там с пулеметов пройдется. Блин. Да, ему самое то. Че, все, что ли? 13. А где его сбили? А, вижу. В районе вышки. Подтверждаю. Прошелся по людям возле вокзала. Наблюдаю. А, наблюдаю. Блин, как раз сообщение вышло и фризануло у меня. Блин, а я только прицелился. Наблюдаю пожар в районе вокзала. Дублирую туда нарами и уходим на колонну. На колонну? К мосту? Нет, посмотри за нами. А, вот же. Соса с бронетехникой уничтожаем. Состав нет, это остается. Нахался пели, это где? Если ты принял. Вижу попадание нара. Вывожу, собираемся у Кости. А, возле мостов. Возле мостов принял. Что у тебя по БК? БК. У меня еще 4 трубы. Тоже 4. И надо еще немного есть. 15-7 вихрь и полная БК. Давай с нами на этот. Деблокируем колонну нашу. А Халсапели это где у нас? Принял. Это по направлению, смотри, на Синаки. Эту колонну ее прикрыть надо, да? Нужно отбить нападение, ее блокировали. Там, где этот отмечено маркерами, там тех бронетехника будет. Mm-hmm. Так, вижу 24. Нету. Понял, вижу. Два маркера там. Должно быть 3, но я вам скажу потом, где 3. Так, я над мостами. Я сзади колонной 300. 15 сверху прохожу для лучшего обзора. Так, Костя, на курс 65. Принял. Скорость? Сейчас вырастет до 250. Угу. Скинем высоту. Ох ты! Ни хрена себе! Прям передо мной по тебе попадание этот ПЗРК. А что сейчас было, стингер? К земле, к земле! Женя, к земле срочно! Не разворачивайся на него, да вперед надо было лететь. Ох ты, он под нами прям. Охренеть! Ты там живой? Да, да, да. Обалдеть! Прям перед носом у меня, я считаю. Смотри. Пожар правого двигателя. Обнаружил положение ЗРК. Он сейчас прямо в том месте, где я пролетаю. Прямо подо мной. Угу. Иду на вынужденную 15. Обалдеть. Оси не выходит, отказ гидравлики. Пробую аварийно. Костя, ты видел место пуска? Видел. Отработаешь? Да, оси не выходит. Шажаю на брюхо. Капец, прямо по брюху, Женя.
Я ждусь от стрела, он все равно меня достал. Хотя, в принципе, думаю, может все-таки дотяну до базы на одном двигателе. Попробую вернуть. Я севернее моста. Я не за тобой пошел на разворот на этого товарища обратно, а я ушел на восток, на запад. Сейчас попробую его найти. Сволочь пузатую. 15-й возврат на одном двигателе. Второй двигатель полностью встал. Катапультируйся, если будешь падать, здесь работает скрипт. Да я думаю, дотяну на одно. Не видит Петрович. Носовая стойка вышла, основные нет. Зашибись. Подходи к поте будем, или давай там у реки, нам собраться надо. Вижу твои отстрелы. Куда ты отворачиваешь? На поте. От развилки у моря ты где относишься? От развилки между поте и развилкой, уже в окрестностях Поки. Понял, к морю уходи. Вижу тебя к морю, да? Да, сориентируй меня. Я левее тебя. С набором иду. Мигалка у меня включена. Нихера тут не видно. Дай отстрел. Дал. На, все, вижу. Давай, строй заход, работай туда нарами. Я буду смотреть в метрах 200 от тебя. Хорошо. Лишь бы нары остались. А как наша база называется? База никак. Или ты что имеешь в виду? Фарп. Ну, наши площадки, у них есть название или это просто так, объект? Ну, у них есть там какая-нибудь открытка будет, я не помню. Я посмотреть не могу, я не могу. Тебе визуально ручку... иди вдоль этого, иди от поти вдоль моря будет. Да у меня навигация работает. У меня нет гидравлики и нет прицельного комплекса. И ну и встал второй двигатель. Женя на курсе. Попробую вспомнить, где это было. Вот мы летели, ты сказал, 65, пойдем. Речку мы перемахнули, и тебе в брюхо шандарахнул этот чувак. Где он сейчас? Ладно, когда буду подлетать, предупрежу. А то на одном двигателе гладко сесть не смогу, грохнуть, скорее всего, на площадку. О, прикольно, Ми-24 без пилона летает. Инфантрик какой-то, кого-то нашел, на. Тоже нашел. Буду работать тогда. Выводи машину. В смысле, почему? Потому что ты над ним. Все гидросистемы полностью в ноль ушли.
Почему мне до сих пор фраги засчитывают? Так, Стингер уничтожен. Ну, командир уничтожен, то есть пускать еще будет. Будет. Разворачиваюсь от дельты реки. Начинаю разворот туда. Площадкам. Заход по прямой на скорости по самолетному. Стараюсь направить его между площадок, чтоб никого не снести. А БТР еще какой-то видит. БТР это наш мостов. Живая сила, ага, вижу, сейчас отработаю. Пустил. Уничтожен Стингер, а Стингер Коммон. А почему? У тебя что было написано, Женя? Кого? Я тоже там? Командир. Да. Нет, только не в бензовоз. Касание. Сам глушусь. Там он есть еще, блин, зараза. Почему-то с одного только стреляет, у меня крыло вообще. У тебя, да, нету у тебя плана. Давай отработаем, я возвращаюсь. Давай. Есть, убил его с пушки, блин, зараза. Понял, я возвращаюсь. Давай, я тебя сейчас найду и за тобой. Я в районе между Потей ухожу, ну, короче, я за Потей ухожу вдоль берега к фарпу. Так, я отойду на 5 минут еще. Начал ремонт.
Костя, я дал отстрел. Вижу, вижу, вижу. На какой скорости идешь? Скорость 220. Будет сообщение, что про Лонну... Да, да, будет сообщение. А у тебя две точки, ты ни одну точку еще не закончил. Вот у тебя две точки. И будет еще прямо по дороге Дургена. Почему-то не сработал, метка не сработала. Там еще по твоему курсу левее от дороги будет минометы. Минометы охранения. Ну, может, просто цифра неверно указана у метки. Скорее всего, я проверю. Костя, подходим к площадкам, начинаем снижать скорость. Ты далеко сзади? Метров 700. А, ну нормально, все. Садимся по очереди. Заходите. Че, Грех? Наблюдаю, как заходите. А я тут лежу. Скачал. Проскочи. Я на площадку садиться не буду, я рядом, мало ли кто-то займет место. Ящик у тебя снизу. Так, дальше что делаем? Колонна, я так понимаю.
Ничего, я беру новый борт, я не буду чинить все время трест. Андрей раздолбает колонну, да? У него вряд ли хватит боеприпас. А что, может ли восьмерку взять да на поте высадить, кого надо? Бери восьмерку, пойдем сейчас. Я возьму этот четверку.